Всем привет, дорогие друзья, из солнечной, уже по-настоящему летней Алании. Мы продолжаем наши выпуски о шопинге в Алании, о том, где приобрести качественные вещи производства Турции по приемлемым ценам. И сегодня мы пришли в магазин Ли Купер, где продаются джинсы, футболки, летние и демисезонная одежда. Также можно приобрести куртки разных фирм, как производства Турции, так и международных брендов. Но прежде чем мы отправимся с вами в магазин и посмотрим, что представлено в этом сезоне, сначала давайте отправимся на пляж и посмотрим на море. Вы ведь так любите море. Поэтому сначала минутка с морем, а потом шопинг. Я надеюсь, что вы насладились морем, ну а сейчас давайте пойдем на шопинг. Кстати, в этом магазине мы покупаем и джинсы, и, например, я покупаю летние брюки, футболки таких фирм, как Xint или Only. Очень люблю фирму Only. Где же находится магазин Ли Купер? Магазин Ли Купер есть в Алании, в самом центре. Если вы приезжаете на автобусе, то со стороны Махмутвара вы приезжаете на остановку на противоположной стороне и выходите на остановке рынок, пятничный рынок. Если вы приезжаете со стороны, например, Конаклы, Афсалара, то вы также приезжаете на остановку, которая расположена совсем близко, рядом с магазином. Также остановка пятничный рынок. И вот буквально остановка находится здесь и совсем рядом магазин. До центральной площади метров 200 в эту сторону. И до, например, как ориентир центрального почтама, тоже буквально 200 метров. В описании к этому видео смотрите все контакты и, конечно же, карту на место расположения магазина. Также не забывайте о том, что если вы находитесь в Анталии, то магазин Ли Купер есть в торговом центре Дипо. Там также представлен большой-большой ассортимент. Опять же, в описании к этому видео смотрите все контакты магазина в Алании и магазина в Анталии. Здравствуйте, друзья! Меня зовут Нурия. Добро пожаловать в наш магазин Ли Купер. У нас на всех размерах джинсы, футболки, платья есть. И это относится и мужчинам тоже. И для больших мужчин тоже у нас есть одежды, джинсы, футболки. У нас есть футболки от 100 лир начинается, и у нас есть полуворотники вот такие с разными цветами, разными тканями. Они начинаются у нас от 140 лир до 220 лир. Также у нас есть вот такие с этими узорами, кому нравится вот такие необычные узорами футболки. Они очень качественные и очень удобные, чтобы носить. Марка Джек Джонс, у нас тоже футболки есть. Вот такие. Они сейчас, у них очень хорошая цена, потому что они стоят сейчас от 90 лир до 150 лир. Уже со скидкой цены. Уже они, вот Джек Джонса, они оригиналы. Сейчас у них очень цены, вот 90 лир. Ветровки 500 лир стоят. А вот такие есть в трех цветах: хаки, черного и серого цвета. И они стоят 450 лир. Ветровки Five Pocket называется. Они тоже очень качественные. И у них цены 20% сейчас на них есть скидки. Вот у них внутри вот такой скидка есть, 750 лир, 20% скидка, и они стоят 600 лир.
белого, вот такой темно-розового цвета, еще бордовый такой цвет есть. Они тоже 20% скидка. Вот темно-синего есть. У нас есть тоже джинсы Five Pocket. Кто любит рваные, вот, ну, более молодежные они. Рубашки есть. Рубашки у нас тоже разных марок есть. Есть Джек Джонса. Есть Hint Sink марки. Есть Bad Beer. 50% скидках. Сейчас они вот у нас 50%. Вот это как бы 190 лир минус 50% скидка 85 лир. Шорты. Они вот в трех цветах. Черного, графитового и вот темно-синего цвета. Вот такие. Они, у них цена начинается 300 лир. Еще у нас есть джинсы. Очень качественные и очень удобные. Вы только цвет говорите, и мы сразу смотрим на вас и сразу знаем, какой размер у вас размер, и сразу даем. Цены у нас сейчас у нас новый сезон есть. Они от 350 до 400 лир на этих ценах. Есть у нас со скидкой 30%. Они у нас начинаются от 175 лир до 280, например. Вот это уже 175 лир. Лен и хлопковый. Брюки есть еще в новом сезоне, летние. Они начинаются, цена у них 350 лир. Они вот в трех цветах. Есть вот такой зеленый хаки цвет. Такой бежевый и графитовый. Они вот широкие модели, летние, джинсовые. Вот они вот такие, летние они, очень тонкие, удобные, молодежные. Более кто любит немножко одеть, немножко узкий скини модель. Ткань хороший, летний. У нас есть кожаные поясы. Вот такие они от 150 лир начинается цена у них. Они стопроцентные кожаные ремни. У нас начинается от small, но от маленького размера до XL. Ben 30 beden burayı. 32, 30. Okay. Buyurun, bakabilirsiniz. Ben her zaman Le Cooper'dan jeans alıyorum zaten. Şimdi bugün bunu deneyeceğim. Bunu çok beğendim. Evet, güzel. Nasıl oldu? Güzel çok mi? Güzel, evet. Zaten ben her zaman Le Cooper'dan giydiğim için kalıbı evet. biliyorum. O yüzden. Evet, kalıbını biliyorsunuz. Ve seviyorum yani. Çok evet, güzel oldu bence. Daha güzelmiş. Bu da çok güzel oldu. Evet, rengi de güzel. Ooo, çok güzel. Evet. Boyu da güzel. Her şey güzel. Друзья, в магазине Le Cooper всегда есть скидки, например, на зимнюю одежду, если это летний сезон, и всегда есть скидки на джинсы. Например, джинсы таких фирм, как Le Cooper и Jack & Jones, вы можете купить всего в пределах 200 лир. Здесь есть как женский отдел, так и мужской отдел. И, например, что касается женского отдела, я очень люблю марку Only, и всегда здесь покупаю футболки и, например, летние брюки. Фирма Xint носятся просто потрясающие. Они из чистейшего льна. Очень удобно летом. Поэтому, если вы любите натуральные ткани, пожалуйста, обратите внимание именно вот на такую одежду. Также здесь всегда большие скидки на одежду, например, осенне-весеннего и зимнего сезона. Это касается, например, свитеров. Есть разные свитера, которые можно носить, например, как накидки. Если вы хотите что-то более теплое, прям очень-очень зимнее,
посмотрите, вот такие вот потрясающие вещи. Это тоже фирма Ксин. Есть совершенно разные цвета, например, вот с какими интересными узорами. Если кто-то, например, любит просто однотонные свитера, есть темно-синий, черный. И, например, вот такой вот свитер очень красиво будет, например, смотреться с белой рубашкой, которую также можно купить в этом же магазине, например, той же фирмы Only или фирмы Xint. Здесь рубашки представлены. Есть вот такие вот джемперочки, совершенно однотонные, белые тоже фирмы Xint. Но посмотрите, вот с такими вот красивыми деталями. Большое количество представлено футболок. Что касается летнего сезона, это, конечно, шорты, джинсы, джинсовые юбки и много футболок. Кто любит с надписями, например, вот такие вот футболки фирмы Ли Купер. И на данный момент на эти футболки также есть скидки, поэтому можно приходить, мерить. Есть белые, черные с надписями, розовые, в общем, абсолютно на любой вкус. Широкие вот такой джинсы. Есть такое классика внизу, вот такой с этим бахромой. Есть на всех размерах они существуют. На них сейчас сезонные скидки есть 30%. Показывает цена, обычная цена, потом со скидкой цены. Футболки есть Ли Купера. У нас есть марки Only и Ли Купер в футболках. И Синг есть. Тоже в некоторых моделях у нас скидки есть. Там 30-50%. Вот Only марка есть. Вот такие. Вот есть шорты. Новый сезон. Вот такой можно комбин делать летний. Курточки джинсовые, они вот сейчас модно, можно и классическим брюкой одеть, можно и черной брюкой одеть, можно и так спортивной. Они более спортивные у нас. Вот новый сезон, кто любит рваные вот такие брюки, они у нас 100% хлопок, на них очень некоторых даже нету. Эластичность на все они 100% хлопок. У них цена начинается 300 лир. Есть классические скини модели, вот такой цвет и вот такого цвета. Брюки классические с разрезом, вот такое. Оно стоит 300 лир. У нас футболки. Сейчас у нас футболки начинаются Ли Купера от 100 лир. Есть такие светлые джинсы у нас, тоже рваные. Есть еще клешевые вот такого цвета. Оно тоже стоит 320 лир. В этих же моделях есть вот графитовый такой цвет. Тоже необычный такой красивый цвет. Тоже вот они тоже разные модели. С разрезом есть и без разреза. Они в двух цветах. Темно-синего и вот такого голубого цвета. Они новый сезон. И в новом сезоне они стоят 250 лир. У нас есть платья еще вот летние такие. Они стоят 160 лир. Марка Форенс. Это марка спортивных одежд. Мужчин тоже есть. Вот такие бриджи есть, такие спортивные одежды. Шорты есть, маечки. Кто спортом занимается, можете вот здесь выбирать вот такие одежды, маечки, там шорты, футболки есть, вот Форенса, такие удобные, чисто хлопковые, вот такие удобные, носить можно, черного и белого цвета. Это Хинта, марки Хинта,
Они стоят 170 лир, а это Le Купер 280. Это новый сезон. Такие удобные носить. Вот белого цвета тоже есть. Вот кто любит на желтом, белом вот таком фоне одеться. Сейчас в Алане жаркие дни. Вот такие одежды есть. Брюки вот летние такие. С этими удобно носить. Такое у нас 290 лир платье. Любит, может, у нас на магазине это найти. Они стоят у нас, цена у нас 170 лир. Мы, сотрудники Le Купер, поможем вам подбирать эти, вам помогать, как бы, выбирать, в выборе этих одежд по размерам. И чтобы было вам от этого хорошо. И вы от нашей магазине ушли в хорошем настроении. Помимо рубашек в магазине Le Купер также представлены и пуховики, куртки на демисезонку. И, например, вот такой вот пуховик фирмы Jack & Jones. Очень легкий, но, конечно же, невероятно, невероятно теплый. Если вы хотите что-то похожее на дубленку, смотрите, вот такие вот дубленки фирмы Jack & Jones. Невероятно мягкие и очень-очень удобные. Я, например, люблю вот такую вот искусственную замшу. Также есть вот такие вот куртки на осень, например, на теплую зиму фирмы Xint. Поэтому обязательно приходите, смотрите и ветровки, и вот такие вот курточки. Также здесь представлены более легкие куртки и жилетки. Вот, например, такие жилетки со скидкой уже 20%. Это жилетки мужские, и они представлены также в разных размерах. Есть разные цвета. Можно купить черный, белый. И такого же плана, например, есть куртки красные, черные, разных размеров. Куртки, в которых вы будете себя чувствовать, это фирма Jack & Jones. Куртки на самом деле очень легкие, но очень-очень-очень теплые. Знаем на себе, потому что сами такие же куртки носим, например, зимой в Алании, потому что зимой в Алании достаточно тепло. Друзья, вот такие вот качественные вещи по приемлемым ценам можно купить в магазине Le Купер. И вы всегда знаете, что мы вам советуем и предлагаем только то, что мы носим сами. Ну, а я с вами прощаюсь. Не забывайте ставить пальчики вверх, подписываться на наш канал, приезжать в Аланию, в Турцию, ходить на качественный шопинг и покупать только красивые качественные вещи производства Турции. Приходите в магазин Le Купер и радуйте себя классными вещами. Ну а на сегодня всем всего хорошего. Пока-пока.